Летним вечером 1908 года вдовствующая императрица Мария Федоровна давала традиционный бал для офицеров своего подшефного полка. На этом балу офицерам строго-настрого запрещалось флиртовать с чужими женами. Но что это за парочка? Две тени, покинувшие дворец и укрывшиеся в парке. Неужели они думают, что их не заметят? Кавалер обладает двухметровым ростом, а дама исключительно привлекательной внешностью. В этот вечер великий князь Михаил Романов встретил любовь всей своей жизни, жену ротмистра Вульферта, Наталью Сергеевну. Наташа с детства привыкла к тому, что все ее капризы должны выполняться. К этому приучил ее отец, адвокат Сергей Александрович Шереметьевский. «Для того и зарабатываю деньги, чтобы моей куколке ни в чем не отказывать», – признавался он. Поступив в гимназию, девочка довольно скоро поставила себя выше остальных одноклассниц. «Завтра ты мне приносишь 8 больших шоколадок. Тогда я соглашусь с тобой дружить», – так сказала Наташа дочке знаменитого купца Абрикосова, чьи сласти были знамениты на всю Россию. По окончании гимназии Наталья не стала утруждать себя дальнейшей учебой, а занялась коллекционированием, разыскивая редкие гравюры в антикварных магазинах. «Ах, жаль, что я не имею таланта рисовать», – как-то созналась она гостю своего отца, пианисту Мамонтову. «Зато вы имеете талант вдохновлять», – ответил тот, сел за рояль и так изумительно сыграл Шопена, как будто признавался в любви. Сергей Мамонтов, племянник знаменитого мецената Саввы Мамонтова, имел большое состояние и вдобавок хорошо зарабатывал концертами. Наталья согласилась выйти за него замуж в 1902 году. Молодожены провели замечательный медовый месяц. Наталья прогуливалась в новых нарядах по лучшим курортам Европы и ловила восхищенные взгляды. Но по возвращении домой ей вдруг стало скучно. Сергей Мамонтов пропадал в консерватории целыми днями, а вечером, наскоро поужинав, снова садился за инструмент. «Он любит рояль гораздо больше меня», – откровенничала с подружками Наталья. «Вот если бы он прикасался ко мне так, как он прикасается к клавишам». Наталья решила развестись, благо ее папа-адвокат был знатоком в этом деле. Она не передумала расстаться с пианистом, даже узнав о своей беременности. В положенный срок она родила хорошенькую девочку и, отправив ее на попечение нянек, занялась устройством личной жизни. Алексей Вульферт ей понравился сразу. Высокий, стройный, с модными усиками. Он был профессиональным военным из гвардейского полка Ее Величества императрицы. Вульферт влюбился в Наталью без памяти. Наличие у нее ребенка от предыдущего брака не смущало офицера. Он сделал ей предложение, и Наталья согласилась. Она отдавала себе отчет, что совсем не влюблена в этого человека. Он был лишь мостиком в ту новую, великолепную, великосветскую жизнь, к которой она стремилась. Впрочем, муж об этом вряд ли догадывался. Однажды Наталья пришла на официальный бал с супругом, а ушла под руку с родным братом российского императора. «Я люблю странные фразы», – сказала Наталья великому князю. «Вот вы, Михаил, скажите мне что-нибудь странное». «Выходите за меня замуж», – выпалил Михаил. А ведь знакомы они были всего пару часов. Их отношения развивались бурно. Наталья развелась с Вульфертом, уже будучи беременной от великого князя. Мать Михаила, вдовствующая императрица Мария Федоровна и его царствующий брат Николай II запретили ему даже думать о браке с простолюдинкой. «В Орловскую губернию!» – крикнул Николай, выйдя из себя. И Михаил уехал служить в Орел.
Он писал брату письмо за письмом, умоляя разрешить ему жениться, хотя прекрасно знал, что этот брак лишит его права на российский престол. В 1910 году Наталья родила мальчика. «Мы назовем его Георгием», — сказал счастливый отец Михаил Романов. «Нет», — в ужасе вскрикнула Наталья. «Георгий — это несчастливое имя для Романовых. Твой брат, наследник престола, носивший это имя, умер совсем юным. А я хочу, чтобы мой сын жил долго и счастливо». И тут Михаил Романов, известный своим покладистым и мягким характером, проявил неожиданно упорство и твердость. «Все, я так решил. Он будет только Георгием. Иначе я не признаю его», — задыхаясь, произнес молодой папа со слезами на глазах. «Хорошо, хорошо», — испугалась Наталья. «Георгий так Георгий. Быть может, ваша матушка Мария Федоровна смягчится, если назовем ребенка в честь ее покойного сына». И действительно, рождение мальчика улучшило отношения Михаила с семьей. Николай II признал Георгия племянником и даровал титул графа Брасова. Эта фамилия возникла по названию огромного имения, принадлежавшего Михаилу Романову. Николаю II на время показалось, что конфликт исчерпан. Но Михаил не оставил надежды обвенчаться с любимой женщиной. Он увез ее с детьми в Европу, якобы для поправки здоровья. Николай II отправил им вслед агентов охранки. «Не подпускать брата к православным храмам», – повелел государь. Но влюбленные Михаил и Наталья обманули шпионов. Они оставили детей с няней и улизнули от преследователей. В Вене они нашли сербскую церковь и, заплатив немалую сумму священнику, тайно обвенчались. На следующий день Николай II узнал обо всем и лишил брата всех титулов и имущества. Но Михаил был настолько богат, что денег в заграничных банках могло хватить и ему, и его детям на всю жизнь. С момента тайного венчания начался самый счастливый год в их жизни. Они путешествовали по Европе на автомобиле, жили в лучших гостиницах, носили самые модные костюмы. Они купили средневековый готический замок в предместье Лондона и устраивали в нем приемы. Они следили за политикой, поэтому известие о начале Первой мировой войны не застало их врасплох. «Теперь я должен вернуться домой», – тихо сказал Михаил Романов. «Я должен служить России». В такие моменты Наталья не перечила мужу. Они отплыли из Англии на военном корабле. Было страшно, все боялись нарваться на мину или быть атакованными вражеским кораблем. «Проходит крейсер, неизвестно какой», — нацарапала Наталья на металлической тарелке и сказала вслух: «Все-таки я люблю странные фразы. Что-то в них есть». Путешествие прошло без эксцессов. Михаила императорская семья приняла благожелательно. Наталье же в приеме было отказано. Она смирилась. Михаилу вернули имущество и титул, но отправили на Кавказ руководить там так называемой «дикой дивизией». Наталья в Петербурге открыла светский салон, вскоре прославившийся своими антимонархическими настроениями. В конце 1916 года Михаил вернулся к Наталье. У него был отпуск по болезни, обострилась язва. Михаил никогда не занимался политикой. Ему было хорошо с женой и детьми в маленьком гатчинском дворце. Но слишком уж высоко было его положение. 2 марта 1917 года царь Николай II отрекся от престола в его пользу. Михаил выехал в Петербург. Одну ночь он был некоронованным императором России. На следующий день Михаил Романов отказался от принятия власти и вернулся в Гатчину, к жене. «Уедем из этой страны», – предложила Наталья, увидев, в каком состоянии приехал ее муж. «Нет», – прошептал Михаил.
Вскоре их арестовали. Наталья успела отвести беду от детей. Старшая дочь Тата спряталась у друзей. Младшего, Георгия, отправили с гувернанткой в Данию. Через несколько дней Наталью выпустили из тюрьмы, и она тут же начала обивать пороги в кабинетах Временного правительства и добилась освобождения Михаила. Но ненадолго. К власти пришли большевики. В ноябре 1917 года Михаил был сослан в Пермь, а в июне 1918 пришло сообщение о его странном исчезновении. Наталья ворвалась в кабинет Курицкому с криками: «Что вы сделали с моим Мишей?» И, не помня себя, попыталась вцепиться в равнодушное лицо председателя Петроградского ЧК. Ее немедленно арестовали. В тюрьме Наталья провела 10 месяцев. Решив любой ценой бежать из России, она симулировала чахотку. «О боже, я умираю!» Страшно захрипела она и изобразила неизлечимый кашель. Она кашляла и стонала, пока не добилась перевода из камеры в лазарет, откуда успешно сбежала. На свободе ее ждала 16-летняя дочь, запасшаяся уже билетами и деньгами для побега в Одессу. Оттуда они уплыли в Константинополь, а затем в Лондон, где их ждал Георгий. Пришлось существовать на деньги, вырученные от продажи драгоценностей, которые они провезли спрятанными в кусках мыла. Вскоре закончились и эти средства, и в семье начались проблемы. У Таты появился жених, которого Наталья не взлюбила, и после страшного скандала навсегда рассталась с дочерью. Последние деньги ушли на обучение Георгия в престижном колледже. Российский императорский дом в эмиграции признал его великим князем, но вдовствующая императрица Мария Федоровна по-прежнему отказывала в общении. После ее смерти в 1928 году на счет Натальи неожиданно поступили значительные средства. Это был последний и единственный подарок от свекрови. Наталья отдала долги, а оставшиеся деньги решила потратить на осуществление главной мечты Георгия. В 1931 году она покупает ему гоночный Крайслер. Тем же летом Георгий насмерть разбивается под Ниццей. Потрясенная Наталья успевает застать его живым и сказать: «Прости меня за то, что я назвала тебя Георгием, зная, что даю тебе несчастливое для Романовых имя». Похоронив сына, Наталья купила себе место на кладбище рядом с ним. Ей было суждено прожить еще 20 лет, самых грустных в ее жизни. Из Советской России пришли подтверждения расстрела Михаила Романова. Деньги кончились. Наталья жила на крошечное пособие, выделяемое ей внучкой. Наталья Сергеевна Брасова умерла в 1952 году от рака в больнице для нищих. В руке ее было зажато последнее письмо Михаила Александровича Романова, заканчивающееся словами: «События развиваются с ужасающей быстротой. Ужасно грущу, что мы не вместе. Люблю тебя всем сердцем. Да хранит тебя Бог, моя нежная Наташа».